Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. Жители и гости Армавира отметили День народного единства. По случаю праздника на центральной площади города состоялся замечательный концерт, организованный силами армавирских творческих коллективов. Поздравляя собравшихся, глава города Андрей Харченко назвал этот день одним из главных праздников страны, который объединяет все народы России. Только в городе Армавире живет более 110 национальностей, и все мы живем в мире и в согласии. Юные артисты детских творческих коллективов порадовали горожан шикарными костюмами и новыми номерами, которые как нельзя лучше соответствовали тематике праздника. Почетными гостями праздника стали руководители всех армавирских национальных общин. Они отметили, что Россия во все времена была и остается родным домом для самых разных народов. Нас объединяет общая культура. Мы поем одни песни. Мы сидим за одним столом. Мы смотрим одни фильмы. Мы любим одних и тех же писателей и поэтов. И это те скрепы, о которых говорил наш президент, которые делают нас всех гражданами России. На главной сцене города в этот день можно было увидеть выступления всех национальных творческих коллективов Армавира. Песни и танцы разных народов подчеркнули атмосферу праздника и позволили горожанам лучше узнать культуру своих соседей. Влада Волошина, Федор Факиров, служба информации телерадиокомпании «Вита», Армавир.